Друзья, дорогие мои, хочу начать с таких красивых слов, как «добра вам». Маленький, Добра вам, ну чего счастья, ты? Радости и всего самого красивого и светлого и чистого, что есть в этом мире. Добра вам, мои хорошие, и спасибо. Недавно нашла лишний час и листала ваши комменты. Какое чудо у нас беспокойное. Читала, плакала, улыбалась. Черненький спокойный. Мои хорошие, спасибо вам. Спасибо за вашу веру, за вашу поддержку. Спасибо за вашу помощь. Вы удивительные люди, хорошие, добрые. И это счастье, что мы здесь все вместе. Ребят, говорят, душа потемки. А у кошки душа вообще загадочная. И тем не менее, это удивительно нежный и потрясающий зверь. Их очень жалко, ребята. Жалко, потому что болеют они тяжелее, чем собаки. И лечатся тяжелее. И лечить кошку, ребята, это подвиг. Потому что если собака воспринимает помощь со смирением чаще всего, то кошке даже таблетку засунуть приходится, применив все силы. Знаете, ребят, когда смотришь на эти вывернутые глазенки, когда пытаешься приоткрыть веко вздутое, а там все кроваво-красное, когда не знаешь, есть ли там внутри, под этими опухолями и под этим воспалением, глаза, и когда молишься, можно ли надеяться, что вот этот глазик ты сможешь спасти? И, ребята, не представляете себе, какое счастье бывает, когда через несколько дней начинает спадать отек. Воспаление уходит, глазки становятся ровными, и вдруг приоткрывается щелочка и на тебя смотрит. Пока еще крошечная искорка глазика, который вы все-таки спасли. Ребята, вот тогда готов кричать от счастья. Представляете, дыхание перехватывает, когда... Из того ужаса, который ты видел несколько дней назад, вдруг рождается маленький взгляд. Ребят, ради этого стоит жить. Клянусь Богом, ради этого стоит жить. Спасибо за то, что вы помогаете воплощать это желание, эту мечту, эту надежду. Помогаете воплощать в реальность. Спасибо вам, ребят. Эти маленькие пушистые комочки со слипшимися от гноя глазами. Это тихий писк, ребята. Это тихое няу, когда ты пытаешься разжать ему зубы и дать таблеточку. Ребята, это дети. В этом ролике, ребята, перед вами дети. И как им помочь, ребят? Самое страшное, что мы проходим мимо их больных. Мимо. А такие больные, ребята, сидят почти на каждом углу девятиэтажек. В каждом городе, ребята. Возле каждой мусорки. Таких больных малышей, ребята, вокруг нас очень много. Оглянитесь, мои хорошие. И если можно... Помогите им. Если вовремя дать таблетку, то можно спасти ребенку глаза. Не бойтесь, ребята. Кошки не заразные для людей. Ты посмотри, я его закутала, он опять вылез. Не бойтесь помочь им. Я призываю вас к этому, ребята. Я вас к этому призываю. Пожалуйста, не проходите мимо больного. Ведь мы люди с вами. Посмотрите на этих малышей. Гусеничка. На одну минутку, гусеничка. Лечить их трудно. Особенно неопытному человеку. И тем не менее, это возможно. А еще у них потрясающее свойство. Тихо, маленький, подожди еще. Когда им больно, ребят. Да ничего, это... Они мурлыкают. Да, это... По-своему поют. Надо, чтобы мазь туда... И это способно растопить любое сердце.
Да подожди, и очаровать любую душу. Опа, все, есть. Все, мой перед хороший. Вами. Все, мой хороший. Такое мой. Мурлычащие, лохматые души. И этот ролик. Хорошо. Кошачий. Пойдешь к маме. Да, Изюка. Хотя делить на кошек и собак лохматую душу я никогда не буду. Они все наши лохматые дети. Мамины. Наши, ребят. Посмотрите на них. В самом начале. Там даже нет намека на глаза. А сейчас, ребята, они уже пытаются на нас смотреть. Впереди еще долгое лечение, да. И обязательно будет еще ролик, когда они полностью поправятся. А пока, мои хорошие, я спрашиваю вас, вы с нами? Ну что, ребята, готовы спасать следующих? Следующих лохматых? Готовы? Ребят, спасибо. Вот от всего сердца, ребят, спасибо вам. Мои хорошики. Он там тени рассматривает. Ничего. Детям уже полегче. Детям реально этим легче. Так. Все, это осторожно. Что, мои красивые? Глазки страшные. Да, но мы уже умываемся. Да? Мы уже, мои хорошие. Молочка им козьего налили. Теплого. Да? Все хорошо, ребята. В теплую шубку сделали. Малыши. Иди сюда, козленок. Голосенький становится, да. Красивый ребенок становится наш, да? И глазик полегче. И ты, чудовище маленькое, да-да-да-да. Вот наши котята. Да, и глазки у нас поправляются. И ёка моя. А остальные большие коты сидят отдельно. Чё ты кричишь? Куда ты залез? А, маленький. Ах ты, козленок. Слезать сам умеешь? Нет, только залезать, да? Свободу детям. И как я тебя снимать буду, если ты на двух дверях висишь? А, чудовище? Маленький. Ай, ты вреднючий. Ну что? Вот, наконец-то, давай. Вот так, отпускаем. Такой смешной. Такой хороший. Ну, давай. Ты же маленький. И ты, козленок. Ну, ребенок, иди сюда. Мои хорошие. Сейчас молочка вам дадим. Так. Такой любопытный. Маш. Вот умница, видишь? Молодец. Чего ты? Ну, куда ты ползешь? Куда? Иди молочко пей. Иди. Теплое молочко. Только-только козочку подоили. Да, только-только козочку подоили. Давай, мое солнышко. Раз, мордочку макни чуть-чуть. Ну, теплое молочко хорошее. Ребят, давайте, мои хорошие. Теплое молочко, ребят. Теплое. Ну, давайте, покажите. Дети жмутся к маме. И слава Богу, пусть посидят с ней рядышком. Да? Не бойся, моя хорошая. Хорошая девочка. Ты моя детка. Мамины дети. Не буду пугать. Ладно, кушайте. Ну что, мои хорошие, как вам это все сделать, чтобы вам было удобно? Вот так, да? Давайте, мои хорошики. Так, мамины. Такие дети мои. Только что всем промыли глазки. Мазь положили, да. Дали всем по 5 кубиков сметаны.
и положили петушоночку. Так что все будет хорошо, ребята. Я уверена, все будет у нас хорошо. Куда ты ползешь? Куда козленок ползет? Так, ну устраивайтесь. Устраивайтесь возле мамы. Хочешь сметанку? Ты же кушаешь, ну-ка. Давай. Давай, солнышко. Так. Ёки мои.